Итак, народ, всем здорово. Сегодня попали ко мне в руки наушники Monster Beat Audio. Только это не Monster Beat Audio, а Monster Copy. Китайские наушники. И сказать честно, потестировал эти уши. В принципе, звук ничего. Бас есть. Играют, но они, блин, тихие, очень тихие вообще. Сам пластик выглядит все очень дешево, довольно хлипко. Вот что еще могу сказать. Вот, плохо сидит в разъеме мини-джек. В общем, ничего примечательного сказать не могу по поводу этих наушников. Стоят они на китайских сайтах 10 баксов. Эти 10 баксов они не стоят. Реально. Вот 5-6 долларов еще, да. Но 10 баксов это для них это слишком много. Так что, друзья, товарищи, мой вам совет. Наушники эти не покупайте, потому что будете разочарованы. Они реально тихие и фуфловые. По 12-бальной шкале я им дал бы на троях. 3-4 балла максимум. Вот такие вот говняные наушники продают китайцы. Так что будьте осторожны. Все, всем спасибо, до свидания. Ставьте лайки, если вам понравилось мое видео. Пишите комментарии. До новых встреч. До свидания.